Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим Краснодар и Краснодарский край. Какая стихия нанесет вред данной области? Это огонь, а это вода. Краснодар омывает Черное море, степи. Ну и там посмотрим, да, что выходит. Так, Краснодар. Так, это Краснодар. Стихия огонь. Стихия вода. Будут ли какие-то недоразумения? Ну, может, несчастный случай, конечно. Не хотелось бы, да, но так вот. Так, теперь смотрите, Краснодар и Краснодарский край. Что же ждет? Вот он, Краснодарский край и Краснодар. Так, стихия огонь, стихия вода. Теперь чего больше, смотрите, чего больше будет огня, ну, если там прилеты, пожары, ну, какие-то взрывы, да, или же много воды. Это города, которые омывают Черное море. Там Анапа, там еще какие-то города. Сейчас посмотрим. Так, раз, два, три, четыре. Огонь был, ну там были пожары, прилеты. Есть какие-то недоразумения и будут ли? Теперь стихия вода. И было что-то подобное, есть наводнение. И будут ли наводнения в Краснодарском крае? И что же будет, что же будет? Сейчас мы посмотрим. Так, теперь смотрим дальше. Раз, два, три, четыре. Вот Краснодарский край. Стихия – огонь и вода. Такое впечатление, что этим стихиям развязали руки и ноги, да? Что это всюду. Может, люди сами виноваты, что это все развязалось. Да. И вот вода. Что скажет вода в этом крае? Ой, я сюда не положила. Раз и два. Пусть будет так. Так, смотрим. Здравствуй, Краснодарский край. Вот он. Вот, смотрите, шут, да? Вообще очень опасная ситуация для этой области. И время, видите, какое время сложное для данного города, например. Так, теперь вот стихия огонь. Может быть, какие-то прилеты. Смотрите, это получается колесница, да? Это транспорт, может, транспортные соединения. Это то, что связано с транспортом. Бензин, заправки, железные дороги. Вот это может быть связано с огнем. Потом я открою. Мы пока знакомимся. И вот здравствуй, вода. Ну, смотрите, чтобы пришла вода, да, тут очень слепая вода. Вода какая? Она слепая. Ну, я эту карту слепой называю, потому что она идет, куда глаза глядят. Хотя и шут тоже слепец. Поэтому шут и слепая, ну, я ее так назову, может сделать все, что угодно, несмотря на то, что это стихия огонь. Так, теперь. Вот он, Краснодарский край и Краснодар. Ой, теперь смотрите, получается, это область в жестких рамках, там очень дисциплина такая, там все, будем так говорить, законы работают по-своему, да, и видите, стихия вода, это получается, значит, возможно, наводнение, это море, посмотрите, Черное море, там у меня видео есть, где море может нанести ущерб Крыму, там Одессе тоже есть видео, посмотрите.
Вот. И получается, как бы ни было, ни строило государство заборы или какие-то дисциплины, природа делает свое дело. Вот так вот. И кто хозяин в этой ситуации? Шут или же человек? Человек – ничто перед водой. Так, теперь вот огонь, стихия огонь. Здравствуй, огонь. Ну вот, транспорт, смотрите. Движение, остановка транспорта. Ну, вот колесница и колесница. Остановка. Стихия огонь. Карта шестерка жезлов. В общем, транспортное соединение всевозможное. Теперь здравствуй, вода. В каком ты состоянии? Это судьба. Теперь смотрите, вот вода, да, я говорю, она слепая, делает свое дело. Ну, как бы политическая патетутка, да, она лениво будет делать свое дело. Куда хотела, туда пошла. Кому дала воду, кому не дала. Возможно, засуха где-то, а где-то много воды, где-то мало воды. И получается, что вода будет делать то, что она будет терять равновесие. Засуха, много воды. Но наводнение будет. Краснодарский край ждет большая-большая вода. И вот, получается, вода будет где много, где мало. Так, теперь... Смотрим, как будет огонь передвигаться по Краснодарскому краю. Смотрите, стихия огонь. Это какой-то большой прилет. Возможно, прилет. Смотрите, Краснодар чей? Мой. Значит, может, где-то близко к городу. Это как бы император, да? Это как бы город, да? Или ближе к городу огонь. Воздух и огонь. Огонь, огонь, огонь. Воздух, прилет. Так, теперь ночью. Защита. Должна сработать защита. Сработает ли вот эти вот антенны? Это, видимо, антенны. Нет, не сработает. Тяжело будет в этом городе. Ну, что-то прилетит. Смотрите. И разрыв. Видите? Разрыв. Дьявол, разрыв. Взрыв, разрыв. Ну, что-то прилетит, короче. В общем, Краснодарский край будет много-много огня. Смотрите, дьявол, а стихия огонь, 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 огонь. Тут огонь, воздух и огонь. Все. И видите, тяжело идти, тяжело транспорт. Транспорт будет тяжело передвигаться. Короче, нечто будет, да. Слушайте, надо же так. Так, теперь здравствуй, вода. Ой, фортуна, смотрите. Вот стихия вода, земля. По земле вода будет растекаться. И нужно будет, видите, военные будут строить какие-то заграждения. Или же какой-то приказ. Еще если вышел король военный, да, в форме, значит, может быть, вода прийти там, где есть вот эти вот ребята в форме. Это где-то в этот участок. Но это море же тоже охраняется. Значит, туда может прийти вода. По земле. Это стихия земля. И видите, в неведении люди будут теряться. Что же делать? Как быть? Да? Растерянность. Какие-то ошибки человеческие. Через человеческие ошибки нужно блюдеть, чтобы быть осторожным. Видите, человек в море смотрит. Это бинокль нужен, а бинокля нету. Что можно увидеть? Ничего не увидеть. Все старое. Бинокль 1965 года. Видите, попыса тоже слепая. У нее как бы невидение. Ничего не видит, ничего не работает. И получается бездействие. Только одни слова, а поступков нету. Значит, дело утопающих, самих утопающих. Так, теперь. Что же будет, а? Луна будет. Это интернет, телефон, ночь.
Может, знаете, как бы заблуждение, обман в информации. Ну, все хорошо у нас люди, да, ничего страшного. Будем смотреть, жить дальше. Движение, движение по воде. Вот тут, знаете, что? Тут получается какая-то надежда, да? Надежда умирает последней, но тут как бы смерти нету. Но будет большая вода, я хочу сказать, помимо огня, плюс большая вода. И руководство получается, видите, оно только будет говорить, 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 говорить. А действовать ничего они не смогут сделать. У этих нету бинокля, а у этих не работают какие-то антенны. Ну, вот так вот. Вот такая жизнь. Даже сразу четко, видите, вышло. Поэтому вода, она будет делать свое дело. Так, теперь. Цыганский оракул. Скажи, пожалуйста, что ждет Краснодар? Вот тут что-то у нас упало. Вот перекрытие, видите, перекрытие. Человек в тюрьме, да, сидит, и траур. Значит, найдут козла отпущения и посадят человека из-за того, что кто-то погиб. Ну, будет какой-то человек. Закроет его. Ой, что он там? Вот солдаты. Будут его охранять. Надо же две карты. В общем, найдут человека, который виновен. Ну, там какой-нибудь Петров. Так, теперь смотрите. Краснодар. Видите, как открыто сразу, да? И военные, я сказала. Еще если так, то военные будут скрывать какую-то информацию. Тоже можно сказать, карта солдата, видите? А вот этот вот человек в тюрьме, чтобы меньше знали, лучше спали жители Краснодара. Зачем знать? Вот, вот так вот. Траур, видите, люди погибнут, значит. Так, теперь Краснодарский край. Радости в этом мало. Город грустный. Через эту грусть есть надежда. Вот 17 аркан. Так, теперь. Стихия огонь. Возможно ли какие-то прилеты с неба? Тоска, боль, переживания. Награждение. Награждение, утешение. Ну, какая, ну, что-то будет, короче. Тут как бы, знаете, не ждали, а вот так вот может прилететь. Теперь вода, стихия вода. Дворянин. Тут, смотрите, видимо, вот, если его сравнить с этим королем, да, вот этот человек какой-то, это связано с ним водой, что он будет делать? Ну, может, какая-то, видите, тут еще слово администрация вышло. С администрацией будут какие-то хитрые действия. Ну, как бы не договаривать что-то будут. Ну да. И руководство, смотрите, тут еще по поводу освобождения должности. У кого-то снимут с должности или переведут на какую-то другую должность. Тоже может быть какого-то пресмыкателя, потому что из грязи в князи хитрость не поможет, снятие с должности или перевода. Его переведут с этой администрации. Ну да, он должен заплатить какие-то деньги, и он спасется от тюрьмы, например. Ну, в общем, вот так вот, как всегда. Здравствуй, Россия называется. Вот. Теперь на удачу для мирных жителей. На удачу для мирных жителей. Что их ждет? На удачу, чтобы все было хорошо. Никуда не лучше не ездить в это сложное время. Сейчас неизвестно, что будет завтра, послезавтра. Так, теперь раз, два, три, четыре. На удачу мирным жителям. Здравствуйте, купец. Вот видите, отправляться куда-то морем опасно. Не надо никуда выезжать, видите? Человек собрался или приехал, или уехал. Остановиться, ну, можно сказать, остановитесь.
В этой остановке будьте хозяевами своей жизни, лидер. Контролируйте себя. Все будет хорошо, красавчик, видите? И в помощь вам получается только вы, ваш внутренний мир, огонь и вода. Смотрите, вы справитесь, вы красиво справитесь с водой, вы победите огонь, и у вас все будет хорошо. Но вам никто не поможет, вы сами себе. Поэтому остановитесь, никуда не езжайте, будьте на месте, потому что грядет вот она большая, большие неприятности, ну это вот так вот. И кто вам поможет? Никто не поможет. Видите, старикашка идет. И вот каждый сам за себя, видите, тут каждая карта, да, единоличная. Огонь, король жезлов, рыцарь воды, он один, один. Нету парной карты. Вот этот один тоже, и старик один. А беда, она большая, на всех хватит. И каждый должен пройти свой путь. Каждый сам за себя. Вот так вот. Ну, если так помогать друг другу, это ваше дело. Вот такие карты вышли. И если все сплотятся, да, то получается, и можно победить вот эти вот большую воду. Это наводнение будет. Большая вода идет. Вот так вот. Еще можно, знаете, как сказать, если уже вот эта каждая карта по одной масти вышла, может, каждая область, да, или какой-то райончик, один будет справляться с водой, другой с огнем, другой с товар будет свой спасать, а бедный человек, у которого ничего нет за душой, тоже один останется при своих интересах. И только небосвод, да, еще можно север, юг, восток и запад, вам Бог в помощь. Все. Потому что это абсолют, еще можно его назвать. Бог вам всем в помощь. Вот этим четырьмя картам. Вот. Кто за свое добро будет переживать, кто за то, чтобы победить воду, огонь и... Бог вам в помощь. Все, вот такие карты вышли. Ну, если удача, да, вот так вот. Расшифровать, госпожа удача. Все, спасибо. Администрация будет ездить, проверять, все ли в порядке. Она, знаете, у вас очень оперативная, я так поняла, данная администрация. Она чуть чего везде присутствует. Ну, кого-то захотят снять, но он откупится. Там какой-нибудь Сидоров. Вот так вот. Все, спасибо. Всех благ. Берегите себя и своих близких. То ли еще будет. А, еще я добавлю, слушайте, что-то до меня дошло, еще я смотрю. Теперь смотрите, по поводу огня. Огонь, он будет, скорее всего, что-то пролетит, большая штука, видите? Она, если вышел вот этот седьмой аркан большой, и он как бы города не коснется, он где-то на краю будет. С краюшку, но он коснется. И вот дорога, железная дорога, возможно. Вот, поэтому не мечтайте в этом году. И, можно так сказать, по этим картам. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Живите сегодняшним днем. Сейчас действительно мечтать нельзя. Нужно, конечно. Но тут карты сказали, не смешите, как говорится... самих себя, да, Бога не смешите, а так вот, будьте осторожны. Вот карта шута. Это вот такой вот Краснодарский край. И Краснодар. Уже вот одна карта, все. Ну, а это для разъяснения все. Всех благ, всего доброго.